Праздник для этой тейковской семьи стал поводом для радости ивановских чиновников. Совсем недавно у Лещинских появилась очаровательная дочка Ульяна. Уже вторая. Старшей по линии 5. Семье теперь положен материнский капитал. Сертификат, врученный Лещинским, 30-тысячный в области. Выдан семье вполне заслуженный. Дед отца семейства был... Ну и является почетным гражданином города Тейково. Потомственная семья врачей. Люди работящие, люди, которые в своей жизни многое добиваются своими руками. Но думаю, что помощь государства в этом деле, она безусловно им не помешает. Программа в регионе действует с 2007 года. За это время почти половина владельцев сертификатов распорядилась средствами материнского капитала. Лещинские, например, уже решили, на что потратить свои 429 408 рублей. У нас маленькая квартира, двухкомнатная, 38 квадратов общая площадь. Хотелось бы увеличить хотя бы, чтобы было квадратов 70, чтобы у девочек была своя комната. Да, и у нас... Правильно говоришь. Маленькая Ульяна согласна с родителями. Когда девочки немного подрастут, им понадобится больше места. А потом, кто знает, возможно, семья решится разбавить женскую компанию сыном. За это также предусмотрена материальная поддержка. В любом случае, Лещинские теперь знают, что рожать детей не только радостно для семьи, но и выгодно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.